Специальный сердечный аспирин кардио – эффективное средство для жизни без инфарктов и инсультов. Отличная новость. Гель для суставов и шампунь «Лошадиная сила» теперь продаются в аптеках. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорируя, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы же с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы укрепим здоровье, повысим жизненный потенциал организма и даже исцелимся от заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и я ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы поговорим о древесной коре, ее лечебных свойствах и как ее лучше всего использовать для лечения и оздоровления. Кора дерева. Кора дерева – первая защита от разного рода вредителей. Если на дереве нет коры, то дерево открыто для разного рода бактерий, жучков, прочих грибковых инфекций, и они его просто-напросто съедают. Вот что происходит с деревом, у которого была нарушена целостность коры. Образовалась брешь, в которую не замедлили внедряться грибки, бактерии и прочее. Поэтому кора, как первая линия обороны здоровья дерева, обладает удивительными свойствами. И вот об этих свойствах мы с вами и поговорим. Нечто подобное происходит и с человеческим организмом. Как только в него внедряется в повышенном количестве и размножаются в нем грибки, бактерии, возникает воспаление, боль. И было подмечено, что ряд деревьев, особенно их кора, обладает замечательными свойствами, которые подавляют в организме рост грибков и бактерий. Более того, при воспалении они его снижают, снижают температуру и являются болеутоляющими. И было в частности отмечено, что этим обладают деревья, растущие возле водоемов. Вода охлаждает, значит, уже передает дереву качество снижать температуру, успокаивает боль, всеводные процедуры. Вот. И вдобавок еще способствует устранению грибков и бактерий в организме. И оказывается, одним из таких растений, вернее деревьев, является ива, вернее ее кора. Растет она возле водоема, так что ее легко найти. Кора ее горькая на вкус. И как раз вот эта вот горечь действует на бактерии, снижает температуру. Еще 6000 лет назад в Древнем Риме и Египте были известны жаропонижающие и болеутоляющие свойства ивовой коры, которую так и называли саликс. Кстати, из ивовой коры был получен первый в мире аспирин. В начале прошлого столетия была синтезирована ацетилсалициловая кислота, или, проще говоря, аспирин, который продолжает нам открывать все новые и новые свойства и безграничные возможности. Так, в 70-е годы прошлого столетия было открыто еще одно его свойство – предотвращать инфаркты и инсульты. С тех пор врачи всего мира активно назначают специальный сердечный аспирин. Так современность берет начало в древности, как современное средство профилактики инфарктов и инсультов в отваре коры легендарного дерева ива. И все это благодаря тому, что кора имеет горький вкус, который разгоняет лучше кровь. Она лучше идет по сосудам и тем самым предотвращает застой, а тем более тромбоз, от которого возникает как раз инфаркт и инсульт. Сведения о ее лечебных свойствах отражены в известном Салерском кодексе здоровья. Ивовый сок, если в уши он залит, червей убивает. В уксусе, если отваришь кору,
сведет бородавки. Ивовый цвет вместе с соком своим – противник зачатия. Применение ивы народной медицины довольно-таки широко. Ее использовали как противовоспалительное, диуретическое, жаропонижающее, дезинфицирующее, кровоостанавливающее, вяжущее, успокаивающее, ранозаживляющее, желчегонное и противоревматическое средство. При лихорадке применяли отвар коры ивы. 1 столовая ложка сырья заваривалась стаканом кипятка, кипятилась несколько минут на малом огне и принимали по одной чайной ложке 3 раза в день. Крепким и горьким отваром ивовой коры лечили малярию. 1 чайную ложку сырья надо было залить стаканом кипятка и варить на слабом огне, пока не выкипит 1/4 воды. Настоять до утра и выпить после пробуждения натощак. Можно добавлять сахар и мед. Отвар из очень сухой коры применяли при расстройстве желудка и кишечника. Он оказывал вяжущее действие при заболеваниях желчного пузыря и селезенки. При ревматизме и заболеваниях суставов 1 столовую ложку измельченной коры ивы заливают в эмалированной посуде стаканом кипятка, варят 30 минут на водяной бане, процеживают отвар горячим, добавляют кипяченой воды до первоначального объема и принимают по 3-5 раз в день по 1 столовой ложке за 30 минут до еды. При диарее сухую измельченную кору ивы 1 столовую ложку заливают стаканом или 2 стаканами, кипятят 20 минут, процеживают, отжимают сырье, добавляют кипяченой воды и принимают по 2 столовые ложки 3-4 раза в день. При варикозе заваривают кипятком стакан измельченной сушеной коры ивы. Можно добавить столько же коры дуба, наставят полчаса, выливают в глубокий таз или ведро с горячей, но не обжигающей водой, опускают туда ноги и держат, пока вода остается теплой. Такая процедура облегчает боли и уменьшает отеки. При рожистых воспалениях, особенно в начальной стадии, грибковых и других кожных заболеваниях, также трофических язвах, фурункулезе, повышенной потливости ног, тоже принимают такие ванночки. А вот раны можно присыпать порошком из ивовой коры. Это останавливает кровотечение и ускоряет процесс заживления. Параллельно порошок принимают внутрь по 1 грамму 3 раза в день после еды, запивая водой. А вот молодые ивовые веточки, если их слегка размять, они помогают снимать головную боль. Для этого их надо приложить к колбу или темени и зафиксировать платком или шарфом. Кстати, в старину иве белой приписывались магические свойства. И это поверье имеет под собой основание. Считалось, что ива способна сохранять семью и жилье от злых духов, всяческих горестей и бед. Поэтому в доме хранили ее веточки, освященные в церкви вербное воскресенье. Веточками ивы также проводили обряд очищения. Пучками из нее выметали все углы и сжигали весь выметенный мусор, чтобы установить в доме мир и покой. Ива на самом деле обладает положительной энергетикой. Ее можно использовать для подпитывания. Специалисты говорят, что лучше делать это в прохладную погоду с 6 до 9 часов вечера. Особенно полезно это детям и пожилым людям. Контакт с этим деревом устраняет головную боль, помогает расслабиться и успокоиться. Вот так выглядит кора ивы старого дерева. А вот так выглядит кора ивы молодых веточек. Она гладенькая. Кстати, именно вот эту кору и надо использовать. Причем ее рекомендуется собирать в определенное время года. А именно тогда, когда начинается сокодвижение, то есть весной. Но я думаю, что практически в любое время года кора ивы будет обладать полезными свойствами, потому что бактерии и грибки атакуют растения постоянно, особенно в такой вот сырости, где растет ива. А вот красавица береза. И мы поговорим
о целебных свойствах березовой коры. И в частности, я расскажу о целебных свойствах березового гриба, который называется чага. Пойду пообщаюсь с березой. Всегда выбирайте дерево побольше. Подходите к нему как к личному другу, такому другу давнему, хорошему. Мысленно похвалите дерево, полюбуйтесь его красотой, мощью. Вот. И потом встаньте спинкой, прислонитесь. Представьте, что ноги – это корни, которые слились с корнями дерева. Голова – это крона, которая слилась с кроны. Позвоночник – это ствол, по которому течет энергия. И мысленно войдите в общность с этим деревом, с такими хорошими мыслями, с хорошим настроением. И замрите на 2-3 минутки. Почувствуйте, как идет через ствол энергия, как она идет через вас. Одним словом, надо слиться с деревом, стать единым с ним. Тогда у вас будет общая информационно-аналитическая система. И начнется удивительное действие. Обмен энергии, информации. Если вы устали, то усталость уйдет. Силы прибудут. Появится хорошее настроение. И примерно через 5-10 минут поблагодарите березочку. Скажите: милая береза, огромное спасибо тебе за то, что поделилась со мной своей жизненной энергией. Благодарю тебя. Я тебя люблю. Ты мой друг. Уходите. Потом можно возвращаться к этому дереву, чтобы с ним подружиться. И постоянно уже использовать его как своего друга для восполнения своих жизненных сил. А ему вы будете дарить свою любовь, что дереву тоже очень важно. Ну и заботиться о нем, там, обкопать или убрать каких-нибудь паразитов, которые к нему прицепились. Вот так происходит информационно-энергетический обмен между деревом и человеком. Специальный сердечный аспирин кардио – эффективное средство для жизни без инфарктов и инсультов. Отличная новость! Гель для суставов и шампунь «Лошадиная сила» теперь продаются в аптеках. Вот эта темная жидкость – не что иное, как настой березового гриба – чаги. Он обладает прекрасными бактерицидными свойствами. Сделанный раз, он настаивается и не портится в течение многих-многих лет. Использовать его можно по-разному. Пить, я, например, всегда с утра выпиваю. Абсолютно без всякого вкуса жидкость, напоминающая такой сладенький чаек. Детям можно немножечко добавлять медка. У них будет с зубками все в порядке, анинами не будут болеть. А самое главное, это средство чистит кровь. Если его пить постоянно в течение, ну, примерно 2 лет, с перерывами, конечно, курсами пить. Месяц попили, 15 дней не пьете, то у вас будет чистенькая кровь. От этого простого средства можно таким простым путем, выпивая его регулярно с утра, получить очень хорошую пользу для нашего здоровья. То есть профилактика великолепная. Также можно полоскать нос.
носоглотку. И сейчас я покажу, как это делается. Полоскание носоглотки делается очень просто. Для этого мы с вами одну ноздрю заживаем, а через другую втягиваем жидкость и через рот выплевываем. Смотрите, самое главное — это соблюдать хладнокровие. И тогда все получится. То же самое мы делаем с другой ноздрёй. В принципе, вот и вся процедура. И если вам трудно делать промывание носоглотки, как это делал я, вы можете воспользоваться грушей. Берете чистую грушу, наливаете туда настой березовой чаги. Вставляем в нос, слегка засасываем, одну ноздрю, естественно, закрыли, вот, и надавливаем на грушу, надавливаем немножечко. И получается, то, что выходит, как раз попадает к нам в носоглотку, проходит через носоглотку, промывает наши носовые ходы, и через рот мы ее выплюем. Все делайте осторожненько, разумненько, и все у вас получится, как у меня. Вы же ничуть не хуже меня. Зато польза от этой процедуры огромная. Уничтожаются бактерии, которые живут в носоглотке. Вот. Это профилактика простудам, насморкам и ангинам. Что еще важно отметить, так это то, что средство не раздражает слизистую оболочку, оно такое нейтральное, не подсушивает ее, а наоборот увлажняет и приводит в норму. Поэтому очень такая безобидная, но невероятно эффективная для здоровья процедура промывания носа с помощью березового гриба чаги. Дубы — мощные деревья, обладают способностью доживать до очень преклонного возраста. И все благодаря тому, что они умеют защищаться от бактерий, грибков. В народной медицине, да и в медицине вообще, широко используется кора дуба. Видите, какая она могучая такая. Посмотрите, какой могучий вырост дубовой коры. Вот он какой. Издревле дуб применялся для лечения многих заболеваний. Свежие листья толкли и прикладывали к рубленным или колотым ранам. Они быстро затягивались и заживали без каких-либо осложнений. А вот сок из весенних листьев дуба использовали для лечения почек при кровавой моче. Немецкие аптекари успешно лечили зоб, заболевание щитовидной железы, настоем коры дуба. Используют препараты дуба при поносе, желудочном и кишечном кровотечении, язвенном колите, дизентерии. Даже при трихомональном кольпите отвар коры дуба принимают для спринцевания, а в случае чрезмерной потливости ладони, руки, ног — для ванночек. В народной медицине отвар коры дуба используют при кровавом поносе, обильной менструации, рахите у детей, при отравлении грибами, солями меди и свинца, заболеваниях печени и селезенки, а также при пролежнях. Настой, порошок и отвар дуба применяют при вагинальных заболеваниях, при язвенной болезни желудка, при поносах, дизентерии, даже холере, при желудочно-кишечных заболеваниях, при болезнях печени и селезенки, при болезнях щитовидной железы, при рахите, желтухе, при пиелонефрите, даже при онкологических заболеваниях, при геморрое и трещинах анального отверстия, при выпадении матки и прямой кишки, для устранения неприятного запаха изо рта, при излишней потливости, для лечения обморожения ожогов, при глаукоме, при анемии и даже при сахарном диабете. При потении ног делают такую ванночку. Литром кипятка заливают 50 грамм дубовой коры, а как только остынет вода, опускают в нее ноги на 15-20 минут. Делая ежедневно такие ванночки, дней через 10 вы забудете об этой проблеме. Отвар для борьбы с поносом, гастритом,
желудочными или кишечными кровотечениями внутрь, а также для полоскания при ангинах, стоматите и других проблемах ротовой полости, поступаю так. Залить 20 грамм коры дуба стаканом кипяченой охлажденной воды и поставить на полчаса на водяную баню, регулярно помешивая. После этого отвар снять, охладить, профильтровать и применять внутрь по 100 граммов утром в обеденное время и вечером, или полоскать. При желудочных кровотечениях, женских болезнях с обильными месячными, частом мочеиспускании, при недомогании почек, появлении мочи, крови и поносах, внутрь принимают отвар, приготовленный из 40 граммов дубовой коры на литр воды. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои целебные рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли. И мы обязательно пригласим вас на передачу. Авторы лучших целебных рецептов получат от меня поощрение. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством вам будет пища, а пищу используйте как лекарство. С вами была программа «Целебная кулинария». До новых встреч! Специальный сердечный аспирин кардио – эффективное средство для жизни без инфарктов и инсультов.